Геннадий и Любовь Шеховцовы снова расписываются в ЗАГСе, доказывая свою любовь и верность. В первый раз они это сделали 55 лет назад. Познакомились изумрудные юбиляры в студенческие годы, вместе жили на одном этаже в общежитии. Потом вместе работали на «Прогрессе». Любовь Александровна была начальником сектора информационных технологий, а Геннадий Викторович – ведущим инженером-конструктором. Признаются, особых секретов семейного счастья нет. Главное – это взаимопонимание. Самое главное, конечно, это стараться понять, что хочет другой, и попытаться исполнить это, если, конечно, получается. Ну, а как правило, получается. Мы все-таки действительно вместе всю жизнь, поэтому тут и терпение – это тоже одно из. Чету Шеховцовых, как и еще 5 пар ветеранов «Прогресса», которые прожили вместе более 50 лет, сегодня чествовали в Самарском дворце бракосочетаний на празднике «Семья – просто космос». Юбиляры оставили свои подписи в книге «Золотых пар», а также получили подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и от предприятия, где счастливо трудились своими семьями. Это наш золотой фонд. Эти люди – это наша гордость. Это золотые руки, золотые умы, а самое главное – золотые сердца, которые показывают нам, молодежи и следующему поколению, что действительно можно жить, как нужно жить, подают свой пример молодежи. Завершился торжественный вечер танцем. И, как отметили юбиляры, в этот момент они вновь почувствовали себя молодыми. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.